Привет, меня зовут Лера, и мне 12 лет. И я хочу стать актрисой. Мне хотелось бы играть главные роли и интересные. Мне очень нравится актриса Мария Мазерлина. Потому что она красивая и прикольно играет свою роль. Потому что это интересно. На улицу. А потом никогда стеснялась, я свернула туда. И мы полезли в кущи, у нас перевернулась коляска. Ой, у меня очень много животных, попугаи, 5 штук, волнистые, хомячок, котик и собачка.